Привет-привет! Вы на канале Max Kids TV. И сегодня мы с Максимком открываем замечательную газонокосилку. Давай открывать? Давай смотреть, что тут внутри будет. Ой-ой, мама. Мы видим инструкцию с комплектом наклеек. Видим. Какой? Раствор для мыльных пузырей. Ну и вот, собственно, сама газонокосилка. Достаем ее. Помогай. Тяни. Оп. Вот так. Вот такая газонокосилка прикольная. Так, давай ее обрезаем. И будем собирать. Где наша инструкция, Максим? Максюш, давай инструкцию. Вот это, да, это инструкция. Давай. Давай смотреть, куда там надо наклеечки клеить. Так. Ага. Видим то, что нужно прикрепить ручку. Наклеить на ручку наклейку. Вот она. И залить раствор для мыльных пузырей. А вот так вот делать не стоит. Иначе можно все испортить. Ну что, давай приступать? Okay. Берем наклеечку. Okay. Давай. Оп. Вот она наклеечка. И клеим ее. Это твой спидометр будет. Да. Yeah. Да, это чтобы ты скорость не превышал. Okay. Устанавливаем. Устанавливаем ручечку. Оп, 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 оп. Получилось. Отлично. А где? А что еще было в комплекте? А, в комплекте еще вот такая вот пробка-затычка есть. Давай. Ой. Максюша, давай. Открываем мыльные пузыри. Где наши ножнички? Давай, оп, ножничками. Протыкаем дырочку, чтобы аккуратненько это все можно было вылить. Да? И заполняем нашу емкость. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Чтобы никуда ничего не перелилось. Мама. Все. И закрываем пробочкой. Крышкой. Крышечкой. Еще у нас есть запасная баночка раствора для мыльных пузырей, которую мы, наверное, сегодня тоже используем. Это газонокосилка абсолютно механическая. В ней не нужны никакие батарейки. Окей. Так что, Максим, заводим и идем. Идем. Давай. Ой. Пробуй. Нет. Чего? Нет. Что случилось? Вот так. Ура. Вот так. Ура. Так, ура. Смотри, давай. Давай. Вези ее, вези. Но как-то по газону она плохо едет. Умочка. Вот они, мыльные пузырики полетели. Вот так классно.
Капец, как у Максима классно получается. Вот какой помощник у нас растет. Да? Вот такую классную игрушку мы сегодня открывали. Ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!